Ну показывай, хвастайся. Сейчас. Бу. У Михи карасик. Ладошка. Ну, больше чуть. Ну, здесь стандарт такой, Мих, да. Миха карасика поймал. Вытаскивал карасика, здесь лодочка была. Зацепил крючком лодку, порвал. Ладненько. Заклеим. Так, смотрите. Стоит. Вот на эту удочку вытащил, на среднюю. Ну, везде стоит кук. Сейчас покажу. Прикормка. О, Мэри идет. Кто говорил, что Мэри в шатре осталась? Прикормка медовая вот такая. Здесь и ферментированная кукуруза. Немного. О, вот такая. Кук всякий. Чесночный. Медовый. Ракушка, или как он там называется. Малинка всякая. Ну, в общем, на кук. Три удочки стоит, вот они. Стоят, наверное, уже часа три. Мы купались, плавали. А вот я немножко отошел, а Мишка вытащил. Молодец. И стоит вот одна удочка. Вот такая. Сейчас я вам покажу, если вам будет видно. Вот там далеко поплавок. Вот он по центру, видно вам? Вот где палец. Кончик торчит. В общем, стоит на толстолобика удочка. Сейчас буду уже перезабрасывать, уже на часа полтора. Ну, в общем, сегодня не очень с рыбалкой. Ну, в принципе, только приехали. Оп. Кто чем занимается? Теща вяжет. Света рыбку чистит. А ну. Ух ты. Да, это с этого, да? Сачурова? Это Сачурова, Северского Донца. Вот это покажи. Это я прям тогда показывал вам видео и засаливал прям в ведре. Вот таких. Ну, больше десятка точно. Подлещиков. Класс. Сейчас вам почищу. Да. В общем, попьем пивка с рыбкой, посидим. А говорят, кстати, таранку с собой нельзя на рыбалку. Да ладно. Да? Ну и ладно. Не. Мэри сильно хочет тараночки. Что? Ой-ой-ой. Мэри, кстати, купалась и заносил ее. Если кто-то не видел. Привет, друзья. Если кто-то не видел, было видео, как мы сюда приехали. Мы в кемпинге. Кемпинг называется налево. Налево, да? Налево. Ну так назвали. Мы снимаем номер. Тещи и Мишки сами в шатре. Ну, в предыдущем видео это все было. Это первый день. Вот мы так отдыхаем. Время у нас без 10:05. Еще посидим. Один карасик только. И пробитая лодка. Ну, ничего не сделаешь. Ладненько. Сейчас буду перезабрасываться еще. По глоточку пивасика. Юра, да-да. Такая сухая, как ты любишь. Ну, хорошо. Люди немножко приехали. Пару машин добавилось. Тоже номера там. Но рыбаков нету. На Дарью ходил туда. Потом скажу, чуть позже покажу вам. Там людей побольше, конечно. Вот он, Малибу. Пляжик. В общем, вот здесь кемпинг. Между Дарьей и Малибу. С той стороны тоже люди отдыхают дикарями. Нам с той стороны не нравится, потому что очень крутые вот такие спуски. Ну ладно, спуски. Можно сказать, очень крутые подъемы. Мэри, вот так, на все. Мэри. Мэри тут кошку погнала, но я уже убрал ее. Так, ну ладно. Еще немножко посидим, порыбачим. Пару часиков. Если что-то поймаем, обязательно вам покажем. Да если и не поймаем, покажем все равно. Наш отдых. Последние денечки, как мне написали в комментарии под прошлым видео. Ловите лето за хвост. Да-да. Уже даже не за хвост, а за кончик хвоста. Ну ладно. Мэри. Все, охрану включила. Четкую. Как водичка? Народ. Освежающая. Освежающая.
Только что вот этот красный свинорог подергал, подергал. Я привстал, а оно перестало клевать. Красота. Мэри бегает. Все гоняют здесь, да, Марюх? Ну и что, королева пляжа. Какая чудесная погода. Сегодня вообще солнца нет. С утра даже дождик прошел. Небольшой, да, Марюнчик? Ой, боже, морда, конечно. Бегает, воду пьет. С Голубого озера. Сегодня погода классная. Народ все купается. Красота, просто красота. Комаров пока нет, блин. Будет что дальше, не знаю. Марюнчик. Мэри. Засмоктанная. Ой-ой-ой. Вот ты что, устала уже, да? Марюнчик. Какая здесь ей радость, красота. Так, ну рыбалка ни о чем сегодня вообще. На тостолобика смотал уже. Ну ладно, посидим еще. Вот это все толстолобик скидывается, видишь? Да. Красота. Журавлёвы, да? Здравствуйте, да, Журавлёвы. Смотрим вашу подписчицу. Ну вот, смотал уже на толстолобика. Совсем немного остался планктон. В принципе, чуть больше часа простоял. И вот такая селедка у нас. Не знаю, засчитывать, не засчитывать, как вторую. Шутка, конечно. Больше рыбы нет. Все, сматываюсь. Это кто устал? Кто устал? Мэри устала. Так, все, друзья, садимся мы уже ужинать. Ужинаем. На всякий случай разожгли вот такую от комаров. Хотя комаров, по большому счету, нет. Ну, у меня есть. Есть? А у меня... Мама, тебя укусил кто-нибудь? Да. Да? Один комарик. Один комарик. Все, смотрите, на всякий случай я... Разложил себе кроватку, раскладушечку. Ну, в принципе, будем спать вот здесь. Мэри с нами. Я думаю, будет удобно, будет комфортно. Не замерзнем. Вот такой у нас вечер. В принципе, людей много, музыка играет. Все, мы ужинаем. Друзья, мы ужинаем. И до завтра. Доброе утро. Как спалось? Не замерз? О, Миша со Светой здесь спали на матрасике, а я вот здесь на раскладушке. Тоже четенько-четенько. Ночью даже жарко было мне. Даже раскрывался. Бабуля, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Мэри уже что-то кушает. Мэричка, иди сюда. Уже пылесосит. Мэри. Это вы, если бы вы знали, какой это пылесос. Привет, друзья. Пойдемте сходим, посмотрим на пляжик. Вчера так сидели вечером уже. Ужинали. Тишина тишиной была, как сейчас. Потом просто внезапно, ниоткуда. Свет, скажи, какой вчера ветер налетел. Ага. Просто мини-буря была. И опять же...
15-20 минут, и все прошло. Пошли. Непонятно. И вот такая погода всю ночь. Но ночью абсолютно не жарко и не холодно. Вот знаете, комфортно. Просто комфортно. Но эта ночь была намного теплее, чем прошлая. Ну, мы же тут прошлую ночь не ночевали. Мы дома ночевали, а дома было прохладно. Ну, пойдемте посмотрим на пляжик. Как стояла одна машина с одной палаткой. Ну, там палатка, шатер. Так и стоит. Больше никто не приехал. Приезжали вчера люди, просто так отдыхали. Вон, видите, больше никого нет. Зато в номерах еще три машины, кроме нашей, стоит. И опять же, людей уже не так много. А вот оно и голубое озеро. Вон с той стороны, видите, палатка стоит. Прямо озеро на спуске. Ну да, с той стороны тяжело. Если, например, подняться, опуститься, то ну его в баню. Вот такая здесь красота. Кто-то кроссовки забыл со вчерашнего. Вот мы приехали, они стояли. Что, сегодня выйдут купаться? Да, выйдут купаться, вспомнят. Если не уехали. Ну, не могли же босиком уехать, правильно? Мирюша. Вот здесь мы будем рыбу ловить сегодня. Вчера ловили и сегодня. Ну, вчера вы видели, одного карася поймали. И все. Я с кофеем вышел. Светлана Александровна. Уже раздеваюсь. Уже раздеваю, уже жарко. Солнышко, смотри, из-за пучки. Да, тепло. Да. Да. Мэри гуляет. И вот такая здесь чудесная природа. В общем, одно наслаждение. Ловим лето за хвост. Да? Мэри гуляет. Красота. В общем, что говорить. Просто чудесная погода. И чудесная природа. Мэри, пойдем. Пойдем, моя хорошая. Она послушная, спала с нами. И Мишка не захотел с бабушкой в номере. Захотел по-спартански. Пусть дышит. Да, конечно, пусть дышит. Скоро заморосит, завьюжит. Вот это будет потом воспоминание. Что, пойдем перекусим что-нибудь? И будем выходить на рыбалочку. Мэри, пойдем. Покажи, как ты лежишь, Мэри. Покажи, как ты на сумочке лежишь. Где она только здесь не лежит. И на сумочке, и на креселке. Посмотрите, у нас тут раскладушка одна. Миша за мороженым сходил. Кресло еще одно. Ну, спальное место я вчера вам показывал. Сейчас себе кресло поставлю. Подключаю ноутбук. Поработаем немножко мы. И позавтракаем. Сейчас покажем, что у нас сегодня на завтрак. О, все, ноутбук включили. Переноска у меня, кстати, 18 метров. Достаточно длинная. Так, сегодня на завтрак. Ой, а что это у нас на завтрак? Доброе утро. Доброе утро. Александровна, мы с тобой уже ходили на берег. Ну, еще ж доброе утро. А, еще доброе утро, да. Супчик. Вы же пришли. Я горяченького вам сказала. Горяченького, сейчас, секунду. В общем... Вы хотите сразу и работать? Теща, привет. Кушать? Ох, и помидоры вкусные. Ой, закуска мировая. Это Саша насолил. Закуска мировая. Ну ладно, все, в общем, друзья. Вот такой у нас был вчера вечер, и такое сегодня утро. Як кажуть, у нас на рідній ненькій Україні. Далі буде. Подпишись вот сюда. На вот этот.